Антикризисный план на следующий год заменит фонд поддержки отрасли экономики. Объем этого пула составит до 150 миллиардов рублей, рассказал министр финансов Антон Силуанов. Однако буквально час назад премьер Дмитрий Медведев заявил об отсутствии однозначной позиции относительно продления антикризисного плана. Вопрос о его пролонгации, равно как и ряда других программ, будет зависеть от ситуации в экономике, рассказал глава Кабмина. Работу по антикризисному плану в этом году премьер оценил как неплохую, отметив, что задачи выполняются приличным образом. А вот в Счетной палате ранее раскритиковали реализацию намеченных мероприятий. Аудиторы отмечают, что они не выполнены более чем на треть.